Я думаю, некоторые из вас словили нехилые такие флешбеки. Возможно, даже потекла слеза ностальгии. Да, это тот самый Мейс Блэкпост, который я лично играл в 2015 году на Army 2. Смысл Мейса заключается в том, что мы охраняем Блэкпост, а террористы одеты гражданскими. Они могут проехать через нас, мы их обыщем. Если при них не будет оружия, то мы обязаны их пропустить. Тем временем их другие отделения будут стягиваться к Блэкпосту, чтобы нас атаковать. Мы не имеем права стрелять по ним, пока не увидим у них оружие. Либо пока в сторону блокпоста не прилетит первая пуля. Только я не знаю, кстати, как в армии 3 обыскивать, но не важно. Они тоже не стреляют. И ты через меню отходишь. Понял. Там руки за голову, скажи. Ты же ходишь такой, давай. Посматривайте фактурку, ну типа, не знаю, кто не играл, может быть, когда-то в эту миссию. Хотя есть ли такие люди. Ты находишь любые, вы даже привет, у меня текстура снимаю. Опа, бля, пожалуйста, хоть бы ты не взорвалась, хоть бы ты не взорвался. Прощай, Крес. Он высадился, блядь, тихо. Да занычкуйся где-нибудь, Ой, пожалуйста, только не взрывайте. А там с оружием люди сзади едут на суе. По огонь посуду с оружием. Мы можем стрелять по нам. Убивайте с оружием людей. Коричневый ангар на 340, оттуда гражданский с оружием. На 60, на 70 пехота. Рыжий лес.
Белое сломанное здание, все еще пехота слева от него. На ГПшках он, да? Все, убил последнего. Запад, да? Да, на запад, ярче, на месте, все остальные. Пойдем, Айдарыч? Если что, не косырь. Короче, они на 250 от моей метки. У нас медик есть? Да. У меня нужно калаш. Ты упал? Я не расслышала, кому он. Здесь Феникс. Кто работает? Убили, нет? Да. Бля, тут прицелы стоят на сколько? На 400 метров минимальная, бля. Нет, там что-то какая-то хуйня 180 метров. Тут какая-то метров, херня, да. Это футы 180 метров, это футы. 182, это 100 метров, правильно я понимаю? Нет, 182 это... Футы. 182 метра минимально. Да. Так, я в синюю херню сел. Еду в триггер. Триггер едешь? Да. За белый домик на тесто. Давай встать. Слушай, либо могу их объехать и в спину им зайти. Работает что-то. Ты где прошел? Ты где умерл? Шайтан там пехи есть. Я к Беттеру еду, где он? Там пехи перед Беттером. Да я знаю. На Беттер меня направь. Я его не вижу отсюда. Там вышка рядом с ним или что? Да, получается вышка рядом с Беттером. Вот сейчас передо мной пехи, буквально 300 метров. Дави, на меня проедешь. Одна 140, азимут пехи за камнем. За большим? Ну вот камень такой, видишь на горизонте? Ну. 150, вот за ним два пеха минимум. Бля, Бетер ко мне, сука, едет. А у меня трубы нет. Я в город поехал. Да я вижу, ко мне едет. Своя. Заборчика
катается на 130. УАЗик, что ли? Или бетер 40-й. Вижу, вижу, вижу. Подстрахуй, могут спрыгнуть. Пожалуй, мой мир. Далеко очень. Сейчас камера похуя. Там надо. Опа, вон ходит пех, смотри, на наши военки. Пока не вижу. Включи ПНВ. Сказать. Понял. Примерно, но он, видимо, у меня закрыт этим отбойником. Там мешки с песком квадратные, он стоит просто сейчас за ними, не двигается. Пока там скоты немного развлекают людей, а пробуйте продвигаться. Я чуть правее ушел сейчас. Тем до левее наоборот пойти, то увидишь его. Да-да-да, уже иду. Ветер по сути прямой. Можешь первым дать вон под стену, под зеленую. Посмотри, куда пуля ляжет. Не по ним, как бы, первую работу. Первую в землю, либо в стену. Лучше в землю, наверное, в стену они услышат. Там уже по этим куряпчикам я еще посмотрю. Там рацию слушаем вражескую. Хотят ваш раз захватить, вроде. Они рядом с вашим рапом, уезжайте. Бля, без изнанка. Как у вас там дела?
будет стрелять сейчас что-нибудь. О! Коллеги тут, походу, у нас. Квадрик стоял. Ну все, поехали. О! Ну скажи, коллеги. Ранен. Где-то с северо-востока, с горы. С этой, что ли, с военки потянуты? Походу, я не знаю. Да, с военки, судя по всему. Но в белом, да, был в чем-то? Да, светлый. Не враг на хаме, что ли? Свои, свои, свои. Слышишь? Нет бинтов? Вообще ничего. Есть ПКМ только. Понял.
Да, я помню. Блин, что делать, слышь, я в жопе. Мы все там, надо убивать как можно больше врагов. Короче, я попиздил, похуй, блядь. Доедем пока так. Тут один СК уже спугнул того талиба. Я не тороплюсь. Тут один СК стреляет трассерами по нему, да, просто да, понимаешь? Да, я не знаю вообще, как играть эту игру. Из камушка, смотри, опять выглядываешь. Я вижу, 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 вижу. Я его отработать смогу, меня из МК не выбить. Вряд ли. Тут мест таких нет, чтобы бетеров стать. Там еще один СК, 40 убить платили. Он чисто пикает, стреляет и обратно залазит. Беттер там никак не успеет. Второй еще справа есть в городе. Да, что-то в городе есть. Подожди, стоп, не вылезай, не вылезай, я убью. Ребята, если вы законтролите снайперы, стоп, не сорвали. СПГ, СПГ, СПГ. 300, 300, азиму, 300. От тех камней метров 300 серпом на север. Уезжает в город. Заезжает за холм. Даю метку. Там СПГ мет не могу. А я в пехоте говорю. Дал метку примерно.
Повтори. Репост был. У нас мэт живой? Я не смотрел, по мне снайпер работал, куда я только высовываюсь. У них один в городе, один за камнями, поэтому, когда один прячется, второй меня пикает. Что-то я не понял, я не слышу, с кем ты разговариваешь. Походу, минус серпов. Да, минус серпов, там СПГ, блин. А, черт. Сука. Убью стрелка на СПГ, он за ним едет за УАЗиком по земле волочится. Ребята, как? Ну, пока нормально, по мне. Я тут нашел актера. Там тут раненый у нас среди камней. Севернее. На спине лежит, крутится, руками машет. Яр, что ты бежишь с пулеметом? Я бегу, да. От тебя справа. На 20 азимут за камнями прям лежит сразу. Раненый наш союзник. Ага, сейчас подойду. Это я, скорее всего, аккуратно, здесь враги рядом. Это... Я с камнем пизданулся. Вот этого? Понял. Вот уже за этим камнем. Я когда последний раз пикал, они уже бежали сюда. Кто там одного талиба? Метров 50 от нас на севере. СК живой? Нет, он не волк. А ты? Это ты работаешь? Это не я. Ярче. Айдар. Пока живой. Ярче убили, походу. Давай занимаемся им. Айдар. Айдар. Да ёб твою мать, а ну шо вы...
Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.